Выходные в Лиде не обошлись без чрезвычайных происшествий. Огонь унес жизнь мужчины. В минувшую субботу около 17:00 диспетчеру Лидского районного отдела по чрезвычайным ситуациям от очевидца пожара поступило сообщение о возгорании в одной из квартир многоквартирного жилого дома на улице Тухачевского. По прибытию к месту вызова первых подразделений МЧС было обнаружено задымление в квартире. 16:59 звеном газодымозащитной службы на полу в одной из жилых комнат был обнаружен хозяин, который был вынесен на чистый воздух и передан работникам скорой медицинской помощи. В 17:01 констатирована смерть гражданина. Причина пожара установлена.